Бахмут на самом деле это история про Крым. Украинцам в течение 9 месяцев удается удерживать Бахмут. За это время они наращивали силы, которые собираются использовать в своем контрнаступлении. Оно, как я думаю, начнется уже через несколько недель и будет преследовать цель изолировать Крымский полуостров, а затем в конечном итоге не позволит российским войскам оборонять Крым. То, что сделали ВСУ, потрясающе. Это стоило им огромных жертв, но они не привлекали силы, необходимые им для контрнаступления. Мы бы назвали это экономией сил, жертвы, позволяющие выиграть время для будущего наступления. Изоляция Крымского полуострова. Я думаю, это контрнаступление, вероятно, будет на очень узком отрезке фронта. Не все 900 километров, а очень узкий отрезок, чтобы пробить российскую оборону, дойти до побережья Азовского моря, перерезать так называемый сухопутный коридор и начать изоляцию Крыма. Затем можно с помощью установок «Хаймерс» и другого высокоточного дальнобойного оружия наносить удары по Севастополю и другим российским объектам на Крымском полуострове, чтобы вывести его из игры. Это начало конца для россиян в Крыму, и, думаю, это необходимый шаг. Это приведет к тому, что Украина выиграет эту войну, возможно, к концу этого года, если мы предоставим то, что им нужно.